Прочтем то, что мы делали в прошлый раз, то, что мы читали. So when we read state Tambaka. Tambaka. Мы читаем, когда мы читаем Tambaka. Talluma. Talluma. Zati. 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 Wamo. 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 Shala. 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 Sakang. 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 Oma. 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 Yaso. 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 Rama. 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 Lam. 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 These two letters read together because there's no dot. Это читается вместе, потому что нет вот этой точки. Видите, как тут видите треугольник, который называется Ц, она не отделяет. This is called Ц, and if there is Ц, then there is Этот небольшой треугольник называется Ц, и он разделяет. If there's no Ц, then Рам. Он разделяет две буквы. Но если нет буквы, если нет этого треугольничка Ц, то будет читаться вместе. Вот как Лам читается. Лама читается Лам вместе. Шава. Шава. Сапак. Сапак. Хашан. Хашан. Ама. Ама. Okay. But it's the same meaning. Шава. Yes, same meaning, same meaning. Шава means deer. With sur and without sur? Without, yes. Шава означает олень. Actually, you should write this vasu. И шава пишется всегда с вазуром. Олень. This means deer. So, now for 30 consonants, we have finished a word for 30 consonant. 30 consonant. Uh-huh. Now, after that, I want to introduce 5 reverse, and 6 reverse letters. And 5 thick letters. This actually is used in mantras when we write. These are all in actually Sanskrit, but Tibetan. Sanskrit letter in Tibetan. And 30 consonants with vazur? With vazur? No. 5 перевернутых букв. Да, есть 5 перевернутых букв и 6. No connection with vasur. Without vasur. Yeah, okay.
Бинду. И они пришли из санскрита, есть пять перевернутых букв, но они в основном употребляются в мантрах. Мы их можем увидеть. А какие буквы? Which letter? No, I'm right here. Well, I want to grab this, okay? Okay. Он спрашивает, можно ли стереть? Yes. You know, everybody. Все согласны? Yes, yes, yes. Yes. Yeah. It works better. Сейчас примерно второй. Видите, как пишет дешево? Кому видно? I wrote Logique du, means sixth reverse letter. Переводится как шесть перевернутых букв. Надо лока лок, я говорю икка ик, тара-т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 а. Вот я жила, прочитал, как надо правильно читать, как каждый слог читается. Yes. Sixth reverse letter. And the first is Duk is six. Six, yeah? Yes. Duk переводится как six, как шесть. Остальное сами понимаете. This is Ta. Talo ta. Talo ta reverse letter. Talo. Talo. Как ta перевернутое ta. Actually, lock means reversed. Lo означает перевернутое. Ta reverse and it becomes ta. Talo ta. Талок будет та. Талок та. Талок та. Говорит, как надо произносить. Талок. Талок та. Талок та. Талок та. Талок та. These are only used when we write this mantra. Yeah, mantra. Yes. И эту букву мы всегда употребляем, когда пишем мантры. Talukta, talukta. Talukta. Это тоже та, помните, только с придыханием, она перевернута. Talukta, talukta, talukta. Ta reverse and ta, talukta. Talukta, 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 talukta. Lo, это значит перевернута. Talukta, talukta. Dalota. 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 Это более к Д ближе буква. Dalota, Dalota, Dalota. Налона. 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 На перевернутом букву на. Налона. Шалока. Шалока. Ха? Шалока. Шалока. Ха? Шалока. Ка. Ка. Шалока. Ка. Шалока. Usually Tibetan reads as a ка. По-тибетски она читаться будет как ха. To the Sanskrit, in Sanskrit, they read as ша. А в санскрите она звучит как ша. Шалока.
Шам. Шам. Если мы видим Тибетин, религия как? Если на тибетском мы читаем, она будет ка. Шалу ка. And in Sanskrit it's ша. Да, по-санскритски звучит как ша. Там уже повторяющиеся буквы ka shalu cha ka shalu cha this is ka and this is shalu ka shalu cha вы видите первая буква ka немецкая а вторая ша перевернута shalu как звучит как ca cha ka shalu cha cha ka shalu cha транслитерацию попроси can you write with transcription in English transliteration please. Yeah. It's possible. Yes. Yeah. Difficult to write in English also. Это очень трудно писать. Кашалу ча. Ча? Ча. Давайте просто послушаем, как Дешала говорит, и тогда нам станет понятно. Кашалу ча. Ча. Ка. Ка. Шало. This is ка. Ка. Шало. 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 And ча. 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 Кашалу ча. Ka shalu cha. Ka shalu cha. Ka shalu cha. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 и вот слышишь. Вы видите, 6 перевернутых. А вверху написано лоб и дзюб. То есть лоб это перевернутая и буква, а дзюб 6. Вы закрыли дверь? Talu ta 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 nalu na nalu na shalu ka shalu ka ka shalu ta ka shalu ta talu ta talu ta talu ta talu ta nalu da talu da nalu na nalu na Shalu ka. Shalu ka. Ka shalu cha. Ka shalu cha. Talu ta. Talu ta. Talu ta. Talu ta. Nalu da. Nalu da. Nalu na. Nalu na. Shalu ka. Shalu ka. Ka shalu cha. Ka shalu cha. Talu ta. Talu ta. Talu ta. Talu ta. Nalu da. Nalu da. Nalu na. Nalu na. Shalu ka. Shalu ka. Ka shalu cha. Ka shalu cha. Ka shalu cha. Ka shalu cha. Talu da. Talu da. Nalu da. Talu ta. Talu ta. Nalu da. Nalu da. Nalu na. Nalu na. Shalu ka. Shalu ka. Ka shalu cha. Ka shalu cha. Talu da. Talu ta. Talu ta. Talu da. Talu da. Nalu na. Nalu na. Shalu ka. Shalu ka. Ka shalu cha. Ka shalu cha. Talu da. Talu da. Talu ta. Talu ta. Nalu da. Nalu da. Nalu na. Nalu na. Shalu ka. Shalu ka. Ka shalu cha. Ka shalu cha. Talu da. Talu da. Talu cha. Talu cha. Nalu da. Nalu da. Nalu na. Nalu na. Shalu ka. Shalu ka. Ka shalu cha. Ka shalu cha. We now use it. That's been me. Talu da. Talu cha. Talu da. Nalu na. Shalu ka. Ka shalu cha. All right. Talu da. Talu cha. Talu da. Nalu na. Shalu ka. Ka shalu cha. Talu da. Talu da. Talu da. Nalu na. Shalu ka. Ka shalu cha. Ka shalu cha. Ka shalu cha. What is the difference between first and second letter?
and sound. Hello, ta. Ta. Is ta. Hello, ta. And this is hello, ta. Вопрос был, hello, ta. Кто не ходит на уроки, да? Ta. And this is ta. Какая есть разница между первым и вторым? Ta. In Sanskrit, ta, ta. Da, daha, na. Гешла объясняет, что есть... Ta, ta, da, daha, na. Гешла объясняет, что есть разница, когда мы читаем. Это так же самое и в тибетском. Есть твердые, а есть придыхание. Вот надо, то есть, выучить алфавит, чтобы потом уже не сомневаться в этом. Тибетский. Ta, ta, da, na. Вот, это первый. Чао. Почему же ща? These letters are in Sanskrit consonant, not in Tibetan. Это санскритские согласные, не тибетские. In Sanskrit, there are, in each group there are five letters. You know? Ka, 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 ha, ma. У них в каждой группе по пять букв. Ta, ta, da, da, ha, na. Ta, ta, da, da, ha, na. Pa, pa, ba, pa, ha, ma. Ya, ra, la, wa, sha. Sha, sha, sa, sha, two sha. Sha, sha, and sa. Shakya, shakya, tra, ya. This is also, and there's another letter, tra, ya. So, в языке санскрита есть пять букв в одной группе. То есть, в каждой группе по пять букв. У них есть буквы, которые повторяются. When we teach alphabets, we used to teach this also, after the consonant. Когда мы учим алфавит, нам надо использовать все эти буквы, потому что они используются мантры. Эти шесть перевернутых букв, они используются часто в мантре, и поэтому надо знать. And then this, after that we teach this five tick letters. И есть пять вот букв, то есть надписные буквы. Five tick letters. Нет, это this буквы, которые в биндус. This also just derived from the consonant. Sanskrit. Put ka, 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 ga, ga, ha. It's one thick letter. Ga, na. Cha, cha, ja, ja, ha. Ja is one letter. Thick letter. Ja. And cha, cha, da, da, ha. It's one thick letter. In Sanskrit. In Sanskrit. Da, ha. Ja is separate as a thick letter. Гешала сейчас говорит про язык санскрита, то есть в каждой группе у них пять букв, а не как в тибетском, четыре буквы в группе, потому что есть одна, которая повторяется. Повторяется немного смягчение. So for tick we say tukpu. Tukpu means tick. Tukpu игна. Мау. Гешала сейчас пишет. Мау тачу и тупка, туп, 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 муни тик. Туп означает... Туп... Туп... Тупой. Туп... Игина. Тупой. Туп... Five tick letters. It means five tick letters. From root, yeah? From root? From heart? From heart or from circle? From heart? No, it's just tukpu is a tick. Tick. Circle. Yes. Like circle, no? Circle. Tick. Tick. No, no, no. Very tick. How it is written tick? English. How it is written tick in English? In English. Can you write it? Yeah, I see it. Okay, see it over here. Thick. T-H-I-C-K. Thick. 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 Tiny and thick. Увеличенный. Может, так увеличенный? Heart or tear? Not tear. Can you explain? T
tick means you know the seed also. Mm-hmm. Some seed very very tiny and very one thin. Very thin. And it is thick, is it opposite of thin. Thin. And thick, this much is very thin and this one is thick. То есть заглавное, нет, разбор. Actually, this is thin. Ga. Ga is as a thin. And if we put this heart below that, it becomes thick. Вот, то есть первый. Ga, ga. Первый. Есть буквы, двухэтажные буквы, да, это верхняя буква. Thin and thick. Okay. This is a thick letter. Okay. Ga, ga, ga. Ga. In Sanskrit, there is ka, ka, ga, gaha, this is gaha. Gahata, ga. Вот это буква га. Гаха. Это из первой группы, четвертая буква. Гаха. Гахата, га. Гахата, га. In Sanskrit. Из верхней буквы. Тик верхний. Тик пей. Гахата, га. And пей, йиген, ла. How to translate? Tik pei yigena. Yigena. Yigena means letter. Letter. And nga means five. Nga. Берется как пять, yige берется как буква. Tik, five, letter. То есть пять верхняя буква. Tik, letter. Добавочная. Добавочная, да. Gahata ga. Gahata ga. Zahata za. Zahata za. Zahata za. Cha 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 nya. This is jaha. Вот это ха подписная, она хатак читается, как вот есть атак и атак, это хата. Zahata za. Zahata za. Zahata ga. Zahata za. За. Сейчас при дыхании можно читать. Da 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 da. Da da da. Да. Чем это? Да. А это да. Да 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 да. Это не перевернутое. Да. А в чем отличие? What difference? What difference between ha and da? This is da ha. Da. Da ha. With a. This is da ha. With h. This is da. На слух, чего? Да, да, да. На слух, вот слушай, нам да. Тяжело, как они отличаются. И на слух первое более с придыханием. Да, да. Более короткое. Да. Да, да, да. 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 Она мягче. Она мягче. Она не такая твердая, как вторая. And this is да. Да. Видите, он... Да, да, да. Да. То есть надо слушать. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. One shorter than the other one. Да, 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 да. This is different, yes. Да. Да. This is da and the da, 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 da. Да, да, да. And the second is more stronger, yes, stronger. Да, да, да. Вторая более твердая. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Твердая. Да, да, да. 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 Вот
This is Dahata Da. Dahata Da. Dahata Da. This is Dahata Da. Dahata Da. Dahata Da. This is Dahata Da. This is Dahata Da. Да, 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 да. И вот послушай, это как Гюшала произносит. Первый, он говорит да, перевернут, то есть далок, и потом ха. Далок, да, ха. То есть да. Далок, да, первый. Видите? А второй нет перевернутый. Первый с перевернутой, а вторая не перевернутая. Not much different. This is reverse, so it is called дало да. Дало да. And this is да. This is да. And this is da. 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 Ba. Ba. Da. Ba. 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 Bahata ba. Bahata ba. Ba. Bahata ba. Это последняя. Bahata ba. Добавочная буква. This is ba and this is ha. Bahata ba. Последняя буква с хатага. Bahata ba. Bahata ba. Gahata ga. Gahata ga. Zahata za. Zahata za. Talo da dahata da. Talo da dahata da. This is Dahata Da. Dahata Da. Bahata Ba. Bahata Ba. Давайте повторим вместе с Гишала. Ga. Ga. Za. Da. Da. Ba. Ba. Ga. Ga. Za. Za. Da. 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 Ba. Ba. Gahata Ga. Gahata Ga. Zahata za. Zahata za. Dahata da. Dahata da. Tahata da. Dahata da. Bahata ba. Bahata ba. Bahata ba. Bahata ba. Gahata ga. Gahata ga. Zahata za. Zahata za. Dalo. Dalo da or da. Dalo da. Dahata da. Dalo da. Dahata da. Dalo da. Dahata da. Dahata da. Dahata da. Dahata da. Bahata ba. Bahata ba. Bahata ba. Bahata ba. Kahata ga. Kahata ga. Zahata za. Zahata za. Dalu da. Dalu da. Dahata da. Dahata da. Dahata da. Dahata da. Bahata ba. Bahata ba. Bahata ba. Bahata ba. Bahata ba. Bahata ba. And this logito. Lanaro loka lok. Lanaro loka lok. Yagigu yika yik. Yagigu yika yik. Yagigu yika yik. Yagigu yika yik. Tarata ta. Tarata ta. Tashem ju du ka du. Logik tuk. Logik tuk. Ik means of the letter. Ik переводится как буква. And this Yigi short form. Yigi это короткая форма буква. То же самое переводится буква, но короткая форма. Six reverse letter. Гешла пока. Дук это шесть. Дук means six. Переводится как шесть. Ик means letter. Ик буква. And лок means reverse. Лок переводится как перевернутое. Вы заметили, порядок слов в тибетском языке абсолютно противоположный, чем в русском языке. Логик тук. Логик тук. Логик тук. That's all the reverse. Вот. Та reverse, та reverse, да reverse, на reverse, and ча reverse. Еще раз перевожу. Шесть перевернутых букв. Тук. Джук это шесть, ик это буква, лог перевернутый. Вот пишите себе. И вот они показаны, шесть перевернутых букв. Талу та. Талу та. Талу та. Талу да. Талу да.
Nalu na. Nalu na. Shalu ka. Shalu ka. Kashalu ta. Kashalu ta. Kashalu ta. Kashalu ta. Talu ta. Talu ta. Talu ta. Talu ta. Dalu da. Dalu da. Nalu na. Nalu na. Shalu ka. Shalu ka. Kashalu ta. Kashalu ta. As you read again. Talo ta, talo ta, dalo da, nalo na, shalo cha, kashalo cha. Again. Talo ta, talo ta, dalo da, nalo na, shalo cha, kashalo cha. Shalo ka, shalo ka, shalo ka, shalo ka. There's one Namo Guru Menzo Koshaya. Tibetan there is like this. Namo Guru Menzo Koshaya. Koshaya. Kokaya. Kokaya. Namo Guru Menzo Kokaya. Kokaya. Ka, вот это like. Ка употребляется в этом призывании к тибетском. Это прибежище, когда мы поем Намо Гуру Кокая. So this should be read as in Tibetan Ка. Это употребление тибетское, то есть это употребление санскритской буквы в тибетском языке. Ха. And na, when we write om mani. Ага. А вот на используется, mani, когда мы like om mani поймем, помните, это на как раз используется. And da is when we write mandal. Mandal. Mandal is the Sanskrit mandal. Mandal. Когда мы мандал, да, мандал, да, подносим мандал. Mandala we write. Именно эту букву и используется. Man namen dalam is mandal. And ta is very rare use. I don't know any words. Ta, если не можешь припомнить, это очень очень редкая буква. I don't know. Да, and ta also. Ta, talu, ta. И также ta, первая. Talu. Он ta перевернут. Ta перевернут это ta. In Hindi, and the for class they say kaksha. И последняя вот буква спрашивает Максим, но она очень-очень редко употребляется, может быть, в Хинди скорее. Но мы просто должны знать. Там стих 6. But why in Tibetan you pronounce this letter wrong way, not like in Sanskrit? So it's just become as a used to. In Tibetan, the pronunciation is not correct. But you can pronounce the right way. Why you don't? No. Usually in Tibet, we don't have any Indians for a long period. So there is some mistake, maybe. But nowadays we are trying to just make it correct. Especially, you know, in Varanasi, Sanskrit University, They're trying to correct pronunciation. Поэтому вы должны просто слушать, как Гешила произносит. Это одна из традиций. Or, you know, Prajna Paramita, usually for Prajna Paramita. They read like Panjya Paramita, not Panjya Paramita. По-разному ее называют. Танья Паримита. Танья Паримита. Когда Гешила произносит, это традиционный классический. So there are so many mistakes in the pronunciation. When we read it, the Sanskrit. Но когда мы читаем санскритский, очень много возникает ошибок, потому что мы неправильно его читаем. Танья Паримита. But do we need to pronounce like in Sanskrit or like in Tibet? Better like in Sanskrit. Как мы должны лучше на санскрите читать или на тибетском? Yes. Гешила говорит, что лучше на санскрите. When we read Sanskrit, we better like in Sanskrit. Если мы читаем на санскрите, то мы, соответственно, на тибетском мы хорошо читаем. But when, as a Tibetan, when we teach, they use it like that. В тибетском языке мы должны знать вот эти буквы и учить их. When we are also studying these letters, they teach like that. Shalom, ka. Okay. So in this way, as a tradition, and also teaching like that. И Гешила нам рассказывает свои традиции.
произношение, он показывает свой вес. In Tibet, in old times, when for the grammar, actually Sanskrit is a Vyakran for grammar. The word for grammar is Vyakran. I mean, old times, some people they don't say it like say Vyakran, they say Chakarana. It's completely wrong. Chakarana. Actually, when we write, it's always the same. Геша говорит про традицию в тибетском языке. Давно называлось это чакарана. Вот здесь чакарана. Вякрана. 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 Из санскрит. Вякрана. Санскрит называется как вякрана. And when they read чакарана. Чакарана. А в тибетце произносит это как чакарана. Чакарана. Because we write вя. Потому что по-другому. But they read as ja. Actually, it's vya in Sanskrit. В тибетском языке vya. Вот эта буква ba я так. Ba я так будет звучать как ja. А в санскритском она звучит как va. Karana. Karana. Ja karana. Я karana. Ja. Vya. Vya karan. Actually, we should read as vya karan. In Sanskrit, grammar. Sanskritская грамматика. Yes. In Sanskrit, there is no by the ja. Ja. There is no by the ja in Sanskrit. They read as a ya. В санскритском языке нет буквы ja. There is no by the ja and para the ja. Нет, как в тибетском языке. But Tibetan, they read by the ja. Но в тибетском языке мы прочли ja. Ja karana. What's, how to translate Chakarana? It's not how to translate. This is Vyakaran. 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 There is no in Sanskrit this thought also. Chakaran is not in Sanskrit. Yeah. So we should read Vyakaran. Vyakaran. Grammar. Grammar. Vyakaran. Ah, да. Грамматика. Санскритская грамматика. Vyakaran. In the, actually, in Sanskrit, they read yes, like this. When you compare the letter, it's quite same. This is wa. А вот Гешлан написал на санскрите yeah. эти буквы. Вая, вая. В санскрите? This is ка, yes. This is ка, санскрит. This is ра, and this is the на. He write like this санскрит. Вая кран. Вая кран. Вая кран. But they read as a вая кран, but we read sometimes. Nowadays they don't read like a чакрана. In old time. С давних пор тибетцы читают это как чакрана. Но на санскрите всегда читалось как Vyakarana. No, this is really Vyakarana. Actually, this is also not so correct. Actually, we should read it as Vyakaran. Vyakaran. Но более правильно будет Vyakaran. Vyakarana. Tibetan, they read Vyakarana. Ага. И как Гешла говорит, вот так читает сейчас. So when we compare the letters, there's no mistake. Just same. But when pronunciation is different. Но произношение всегда разное, потому что все равно допускает ошибки. Like this. So when Adisha arrived in Tibet, he also mentioned that your pronunciation is not correct. Tibetans. Произношение не очень хорошее языка санскрита. But you have a very, very deep faith. So it will be not much for attaining realization or for not much difference. But you go on reading the same. И поэтому нужно различать, чтобы хорошо знать, нужно читать постоянно. Чем мы займемся? But it is difficult for Tibetan people to pronounce correctly. It's difficult for Tibetan people to pronounce the right way in Sanskrit. Yes. The way of writing is completely different. Еще раз был вопрос, и ответ тот же самый. Так. Для тибетцев это... Для тибетцев это...
Проблема. Читать так, потому что это санскрит, и он на тебе спрашивает, нет, ята, рата, эн ята. И санскрит даже ну ята, рата. В санскритском языке нет ятак и ратак. Мы потом будем изучать эти подписные, есть ятак и ратак. So that's why they confuse yata, rata and tsak. Due to that, Tibetans, they can't reach Sanskrit and accept Sanskrit pronunciation. So there's a little bit, some are difficult to pronounce. Поэтому тибетцы иногда, даже тибетцы делают ошибки, потому что в санскрите нет вот этой ца и нет подписных ятак и ратак. Nowadays they learn both Sanskrit letters and Tibetan letters, and then they can read accurately. Okay. After learning Sanskrit да. for many years, наверное, they can read very correctly. It's like узнать как санскритские буквы, чтобы потом изучать, читать, понимать различия между санскритским языком санскрита и тибетским языком. So now we just try to read this letter. Давайте я recognize попытаюсь прочесть. Талок. 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 Шалока, кашалока, 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 гахата, га, гахата, га, захата, за, захата, за, далу, да, дахата, да, далу, да, дахата, да, дахата, да, дахата, да, бахата, ба, бахата, ба, бахата, ба, бахата, ба, гахата, га, гахата, га. Zahata za, zahata za, dalu da, dahata da, dalu da, dahata da, dahata da, dahata da, bahata ba, bahata ba, gahata ga, gahata ga, zahata za, zahata za, dalu da, dahata da. Dalu da, dahata da, dahata da, dahata da, bahata ba, bahata ba, bahata ba, bahata ba. Please read. Теперь мы. Gahata ga, dahata za, dalu da, dahata da, dahata ta, bahata ba. Again. Gahata ga, dahata za. Dalu da, dahata da, dahata da, bahata ba. Now you have recognized these five reverse letter and six reverse letter and five. Вы должны различать этих шесть перевернутых и пять хардтак, чтобы отличать их. Now we will go on ятак. А теперь мы перейдем к следующим подписным ятак и ратак. Сейчас я жила на английском. Субтитры
Я так дин. Я так дин. Это я? Это я. Так, по-та-ка-са-та. We should read one. Так. По-та-ка-са-та. Я жила читать, как надо произносить правильно. По-та-га-са-так. Читаем мы только две в середине. Subjoin. Потому что бау это приставка, а са в конце это суффикс, который не читается. Потом будет объясняться, почему мы так читаем. Бау тажу дин на дин, севен. Бау тажу абджу дин на дин. И на тебя дин это суффикс? Да. This called suffix? Это называется суффикс. Но у нас приставка. Префикс. Префикс. Нет, у нас приставка. This is root letter. Это коренная буква. And this is suffix. Это суффикс. And post suffix. И второй суффикс. So, больше в слоге не может быть букв, только четыре. There are only suffix, only five letters. Only five letters. И вот таких префикс, yeah? Yes, префикс. Таких приставок префикс только пять. Five letters. Только пять. Ката, ба, ма, ха. Га, да, ба, ма, and ха. Can you write? Гешала сейчас напишет, какие есть приставки. Excellent letter on. Yes, this is the first one, yes. After introducing all these... Ята? Ята, and then we'll introduce this five prefix. Гешала после объяснит. Ten suffix. And two post suffix. Окей. Гешала потом объяснит, сколько есть приставок, их пять, сколько их суффиксов и префиксов, и сколько есть пост суффиксов, то есть старых суффиксов, их двое, их две. Yes. And here also bao dashi yudin na din. This is prefix. Да, это приставка. This is root letter. Да, это коренная буква. And this is suffix. И на это суффикс. Yes. And there is this four vowels. И вы помните, есть четыре гласные, and которые... It should be a root letter. Подписные, always. И когда она пишется или надписывается на букве, тогда это однозначно коренная буква. And yada, rada, lada, and wasur, wasur, and there should be also a root letter. Ага. Yata, glata, wasur, вот все, что мы потом будем изучать, root это letter. Тоже коренные буквы. They Они all... сразу покажут, что есть коренная буква. They are always a root letter. Они всегда коренные буквы. Here, as I mentioned, Yata Dun. Yata Dun. How to translate? Seven yeah. Subjoined letters. Семь подписных букв. Ну, дословно мы переведем как семь букв с Yata. There is 30 consonants. 14 согласных. Out of 30, only for seven letters, we have subjoined this Ya. Из этих 14 согласных только 7 используются с этим я. Я так. И они изменяют букву, смягчая ее, делают плюс я. То есть сейчас посмотрите. Давайте запишем, как пишут. Ка. Ка, я тогда и так. Вот вы видите, ка, буква К. Делается подписная я так. И читается как ка, я так, кя. Ка, я так, кя. Ка, я так, кя. Это я. Это я. Ка, я так, кя. Кая ты тя. Она смягчает букву. And second. Вторая. Ка. Ка. Тя. Ка. Again я. И опять я так. Кая та тя. Кая та тя. Тя. Кая ты тя. Кая ты тя. Тя. Кая ты тя. And third га. Гая ты тя. Гая ты тя. Гая ты тя. Ка, ка, га. Вот these three letters, я та. Ка, ка, га. Это первые три буквы. Гая ты тя. Начало алфавита тибетского. Гая ты тя. And then, after that, па. И потом идет па. Она уже звучит не как па, сията. Паята ча. Паята ча. Паята ча. Он звучит как ча. Далее идет па с придыханием. Па. Вторая. Во второй группе. Паята ча. Ча. Па.
Хаятача. Then Баята. Маятаня. Маятаня. Видите, сама тоже изменяется. Вот. Семь я так. Ка-ка-га. Па-па-ба-ма. Па-па-ба-ма. First group letter and last. Первые три буквы из первой группы. Из первой группы в тибетском языке, а последние четыре из второй группы. So they are я. И везде у них я так. Subjoin with я. Подписная. Join with я. So when we read spelling, каятача. А читаем, когда мы дословно, грамматически, мы читаем как каятача. 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 Гаятача. 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 Паятача. 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 Баятача. Баятача. Маятаня. 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 Из задаки ча ча джа ня. Ча ча джа ня. Баятача. Баятача. Паятача. Паятача. Баятача. Баятача. Маятаня. Маятаня. So it becomes ча-ча-джа-ня. И они трансформируются и получается другой звук. Ча-ча-джа. Ча-ча-джа-ня. When we read straight, we read like ча-ча-джа. Ча-ча-джа-ня. Дешла произносит, как их правильно надо произносить. Это ухаски делают. Да, конечно, традиционный, классический тибетский. Кая это ча, ча джангу, ке. Если туда поставим джангу, то получится ке. When we call some higher gods, and then you say ке-ке. Ага. Ке-ке. Кая это ча, ча джангу, ке-ке. Ке-ке. Кая это ча, ча джангу, ке. Если, например, поставим джангу, то будет... Чо. Кайдича. Кайдичи. Чо. Кайдича. Ягиуги. Вот вы видите, Гешла говорит, как если как меняется звук, когда мы ставим какие-то еще подписные и надписные. Гигу, там шапчу, дзянбу, навоз. Это голосовка. Кайдича. Ягиуги. Гю. Гю. Идти? Гю, идти. Паятача, 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 чател, чател, is it just for text, we say чател. What? Чател. Чател. Text. Text? Yes, for text we write this, паятача. Text, comment text, field text, etc. А, комментарий какой-то, текст, какой-то комментарий после слова. Чател, чател. 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 Паэта ча. Паэта ча. Ча. Паэта ча га са чак. Паэта ча га са чак. Вот если еще несколько букв подбавить, то будет чак. Чак га чак мин. Чак. Чак. Ча га са чак мин чак ма. Брум. It's many words. And паэта ча is birds. Animal bird. Ча. Животное, птица, да, птица. Джаму means chicken. Hen. А, джаму переводится как цыпленок. Actually, джа means birds. А джа просто птица. All the birds. Джа это птица, не важно какая. Майда ня. Нянин. Нянин is мон. Джа. Мон. Туду. Нянин. Джа. Туду. Чао. Java, 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 to do all this. So there are many words. But да, we, то есть, вы видите, сколько можно слов составить из таких ятагов?
То есть очень, очень много слов с такими ятаками. There's no all this yata. There's only seven. Some people they write hayatya or hayatya. Некоторые еще пишут с ха ятак, но их всего семь, грамматически их всего семь. Very few. It's also only used mostly only in Sanskrit. Hayatya. И хаятакья, скорее всего, это из санскрита. Обычно это из санскрита. Но в тибетском языке семь я так. Каятакья. 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 Гаятакья. Гаятакья. Паятакья. 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 Баятакья. Баятакья. Маятакья. Маятакья. Каятакья. 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 Гаятакья. Гаятакья. Паятакья. 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 Баятакья. Баятакья. Маятакья. 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 Каятакья. 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 Гаятакья. Гаятакья. Паятакья. 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 Баятакья. Баятакья. Маятакья. Маятакья. Каятакья. 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 Гаятакья. Гаятакья. Паятакья. 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 Баятакья. Баятакья. Маятакья. Маятакья. Okay. Please read. Каятакья. Каятакья. Гаятакья, паятакья, паятакья, джаятакья, байтакья, майтакья. Okay, again. Гаятакья, паятакья, гаятакья, паятакья, паятакья, джаятакья, майтакья. Гаятакья, 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 паятакья. Маятакча, маятакья, маятакья. Okay. Now like this рата. А теперь ратак. Это еще вид подписной, но уже ратак. Сейчас Вячеслав наверное напишет, как звучит ратак, как пишется. Я так еще так. Ратак чуши. Ратак чуши. Ратак чуши. Ратак чуши. Ратак. Раутака сатак. Паучашмичу. Паушегуши чуши. 14. Чуши переводится как 14. 14. Чу мин 10. То есть 14 ратак. 14 букв ратак. This ka and ra, and we write rata ra like this. Эта подписная будет звучать как рата, ну то есть она ра, то есть она более делает букву с ра. Карата та. Карата та. Карата та. Карата та. Не та и не та. Между та. Как английская. Карата та. Та си. 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 Та си
Оу каратата. Каратата. Чайкуши таши. 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 Каратата. Нет, там буквы Ра, но она немножко похожа, как на английском. Она не та и не тра. А, ца. Ну, со временем вы его заучите, как прямо сейчас. Решала, будем произносить. Просто надо заучить, что это та. Карата-та. 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 Энджо. Garatata. 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 Tara-ta-ta. 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 Awesome. Tara-ta-ta. 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 Narratana. Narratana. Paratata. 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 Baratata. 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 Maratama. 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 Sharatisha. Sharatisha. Sarat-sa. 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 Harat-sa. Okay, 40. Can you pronounce the last letter? Harata-sha. Ha? Harata-sha. Ha?
Шахра. Между рей. Харата. Ша. Харата. Ша. Ша. Ши. 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 Харата. Ша. Шаги. Ши. Ши. Шри. Шри, да. Про него слог, про него слог падну семейство Шри. Шри такой. Именно с этим, с Харатак. Да, вот уже все. Шри. Шри. Ну что, начнем? Каратача. 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 Karatacha. 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 Taratata. 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 Naratana. 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 Paratata. 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 Baratata. 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 Maratama. 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 Sharatasha. 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 Saratasa. 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 Haratasha. 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 Karatacha. 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 Garatacha. Garatacha. Taratacha. 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 Naratana. Naratana. Paratacha. 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 Baratacha. Baratacha. Maratama. Maratama. Sharatasha. Sharatasha. Saratasa. Saratasa. Haratasha. 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 Karatacha. 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 Garatacha. Garatacha. Taratacha. 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 Daratacha. Daratacha. Naratana. Naratana. Paratacha. 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 Baratacha. Baratacha. Maratama. Maratama. Sharatasha. Sharatasha. Saratasa. Saratasa. Haratasha. 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 А теперь мы. Karatacha. 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 Рха, бра, рха, 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 рха
like this last. Или six латак. Латак. И теперь латак. Латак, да. Их всего шесть. Вишла говорит, их всего шесть. Six. Латак. Латак. То есть, когда ла подписывается, то есть латак. Посмотрим. Шесть, да? Латак, да? Переводится как шесть. Шесть латак. Шесть подписных латак. Латак-тук. Латак-тук. Шесть. Ла. Subjoined. Ла. Шесть подписных ла. Калапта-ла. Калапта-ла. Галапта-ла. Галапта-ла. Балапта-ла. Балапта-ла. Салапта-да. 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 Ралапта-ла. Ралапта-ла. Салапта-ла. Салапта-ла. Galata-la. 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 Balata-la. Balata-la. Salata-da. Salata-da. Ralata-la. Ralata-la. Salata-la. Salata-la. Вы видите, только одна буква не звучит как ла. Это салата, она звучит как да. Остальные все легко запоминаем, они звучат как ла. Galata-la. 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 Balata-la. Balata-la. Salata-da. Salata-la. Salata-da. Salata-da. Ralata-la. Ralata-la. Salata-la. 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 Yes. Except this, this all a la. За исключением одной, она все остальные звучат как вот ла.
Dawa. Moon. For moon we say Dawa. We write like this letter. Dawa. Вот именно эту букву Дава. Дава. У нас будет Дава. Именно эту букву употребляют в этом слове. Дава. Есть хоть еще одно такое слово? Да. Can you say another word with this book, with this letter? Can you tell another Дау. Word? Дау. Дау is as friend. А Дау переводится как друг. Допа. 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 То есть это... Устранение, отсечение. Да, отсечение. Допа. То же самое, да. А вот последний вот пример с последней. And can you give an example with the last letter? Салат. Лелабу. Лелабу. Лапу. Изи. Легко. Легко. Лелабу. Лелабу. Изи, изи. То есть очень легко. Лелабу. Лопта. 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 Скул. А, ученик. Лопта. Лопта. Лопчон. Лома. Дисциплин. Лома – ученик. А лопта – это школа. Скул. Лопта. Лобин. Лобин – ученик. Тичер. А, учитель. Лобин. Лома. Student. Лома – ученик. Лома – ученик. Лопта. Скул. Лопта. Скул. А лопта – школа. Мы можем записать потом, попозже. Лома. Лонг. А вот с первой? Лунг. Лунг. Лонг. Лунг. А вот с этой буквы лунг? Лунг. 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 Ветер. Лунг. Да, ветер, например. Лунг. Лунг. Так, откуда произошло? Лонг. Лунг. Лонг. Лонг. Лунг. Спейс. Лунг. Лунг. Спейс. Намка. Нет. Намка. Максим спрашивает про космос. Намка будет. Винь. Винь. Нет. Дава. Мун. Лама. А вот с третьей буквы. Лама. 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 Слон. Когда слон, а лан, там вот чин. Вот слон. Слово слон пишется вот со второй буквы. Галата. Лан. Галата лан. Лончен. Лончен. Лончен рамджамба. Лончен рамджамба. То есть ланченба. Лончен. Это слон. And лекор. 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 А лекор. Лекор зеро. Лекор означает ноль. Ноль. Я. Лекор. Окей. Зеро. Лекор. Лекор означает ноль. Мы потом их выучим со временем. Лекор. Да. Ланчен. Лама. Дава. Лунг. Лункор. Лункор. Фен. Лункор. Фен. Фен. Вентилятор. Лункор. Лункор. With, yeah, okay. Fan. For making cool, to make cool, yeah. We use fan. Mm-hmm. Yeah. This really is the same, really, Dalina. Huh? Really. Really. Really, yes. Transcription? Huh? Lung, lung. Lung. Yeah, lung. Lung, rather than Dalina. Lung, yes. Wind. Ветер, lung, ветер. Same. But lung tap, what у нас? Lung down. We put this and then we do some prayer. Лунда. Лунда. Их увешивают в священные места. Лунда. Лопел. Лоджонг we write this. А лоджонг именно с третьей буквы. Лопта. Лопта. Это школа. Скул. Yes, лопта. Лопта школа. Лопта. Лепо. So this is Kalaptala, Kalaptala, Balaptala, Salaptala. 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 Only this is the word da. Kalaptala, Salaptala. They are labo, labo. So you write this. Labo, easy. They are labo. Labo, easy, easy. Easy. They are labo. La. Последняя буква употребляется вот это слово. Тверден,
we teach first alphabet, and then first of all we write this Salat Allah Anar O. И когда тебе начинает изучать алфавит, то начинает именно с Анаро О, с Ла, Анаро О, Лао. Лао means easy. Вот это слово первое изучается в основном в тебе с алфавит. Then, Ашем Джу, 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 You know, repeat one time. Давайте еще раз повторим один раз. Каятакья, 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 Subjoin one thing is left, vazu. А теперь еще одна подписная вазу, но она не читается. Only 12 vazu. И только 12 вазу существует в тибетском языке. Like this. Ka and vazu. Even if there is vazu, we say ka. When we write, when we read, say ka. Когда мы читаем эту букву, мы читаем также ка. Like но вазу пишется, чтобы отличить на письме. Некоторые слова. Having vasu, there are 12 letters. И только 12 букв существует с вазу. Out of 30. Out of 30 consonant. Only 12 letters says this. Vasu. Из 30 согласных. Из 30 согласных только 4, только 12 вазу. So this you understand? Всем все понятно, можно стирать? Yeah, it's okay. Сейчас Гешала пишет вазу. Все эти 12 букв с вазу. Кто может наблюдать эту картину? Следите, как он пишет. Да. Вначале он пишет, что 12 вазу. Thank you.
Ватак чуми. Ватак чуми. 12 вазов, нет? Нет, 12 вазов. А переводится как 12 подписных вазов. Это подписная звучит как ватак или вазу. And dnia without puzzle? Yes, past. These are not commonly used, very few. When we use in letters, very few words. Они в основном, собственно, не употребляют, они не читаются в основном. Просто они служат для того, чтобы отличать их от письма. Just when we read directly, we read ka, ka, ga, nya, da, ca, sha, sa. Ра, ла, ща, ха. И Вишвара рассказывает, как вот их прочитать. Так же, как и...
And when we read spelling, then we use ka, sul, ka, sul, like that. А когда мы произносим четко, ну, грамматически, то мы говорим ха-вазу, пха-вазу и так далее. Ха-вазу, ха-вазу, га-вазу, ня-вазу, та-вазу, ца-вазу, ща-вазу, са-вазу, ра-вазу, ла-вазу, ща-вазу, и ха-вазу, вазу. Вазу. В принципе, сами можем прочистить все согласны. Давайте. Ха-ва-су-ха. Ха-ва-су-ха. Га-ва-су-га. Ня-ва-су-ня. Я-ва-су-та. Ца-ва-су-ца. Ша-ва-су-ша. Са-ва-су-са. Ша-ва-су-ша. Ха-ва-су-ха. So this, when we read directly, ka, ka, ga, nya, da, ca, sha, sa, ra, la, sha, ha. Когда мы быстро их хотим прочесть, то мы читаем без слов грамматического пропуска. Как бы не пешила произнес. When we call somebody from your same level or lower than you, we call like kai, chopo, kai ye. Когда мы кого-то зовем, мы говорим кай. Кай. Это очень калинг. Калинг. From the кай. Документ as well as friend. Кай. King sometimes they call the ministers кай лумбо. Кай лумбо. Yes. Лумбо means minister. Вот министерство, например, кай лумбо. Кай лумбо. Это очень калинг. And when we call something person. Это только мы так называем. Kai longo. Kai vikwasu. Kai. Kai. Okay. And ka kata. 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 Ah, kata. Not kata. Not kata. But it is like ka and ta. Kata. Kata. Kata without this ka and ta. It is like ta. Kata. Kata. Ka without this wasu and ta. And what's this? This is like scarf. Kata. Kata, cows with ta, only ta. Only ta. Kata means crow. Crow, the bird crow. Black, small, black bird crow. C-R-O-W. Маленькая черная птица, crow. 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 Ворон, да, ворон, да. Completely black, yes. Да. Crow. Очень... Ворона, белая ворона, очень приятная. Kata. 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 What that means like this, ka, su, and ta. Вот kata, ворона, пишется с вот это ka, лазур, и вот так окончание, как вот у... Not ka. I'm just switching another switching color. So rest of the body is white. But the white color inside there on the forehead. Ешила объясняет, вот это место, это где, например, часто у животных бывает, например, белое пятно. Капа. Капа. Белое пятно у животных. Самое. Ня, ня-ри. 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 Ня-ри это икра. Боли. Ковлек. Ковлек. Это икра. Ня-ри. And tattoo. Da for tattoo, for tattoo we write this da. Tattoo. Tattoo means orphan. Tuk means children, child. Children who has no parent. No parent like tattoo. Tattoo. Sirata. Sirata, da. Child who has no both parents and parents. Without parents, yeah. Tattoo. Okay. Sirata, tattoo. 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 And ca, salt. Ca, вот просто ca с лазуром будет соль. Вы можете подписывать. But before we write these letters without su, and you say this meaning for it. Yes, yes. Actually, you should write this lazur. Does it matter? Actually. Спрашивают, почему лазур нужен? Потому что это грамматика. It's more correct if we write with su. Да. И это будет правильно, если вы будете писать грамматически верные буквы. And cha also shamu. Shamu. Yes. Head. Shamu будет шапка.
We write this vazu is more quiet, better. Если вы пишете вазур, то это будет более правильное имя и лучше. But without vazur, it's also not mistake. Not to make mistake. Но если нет вазур, то нет сильной ошибки, но конечно лучше писать с вазуром. In any case or in special case. Actually, in special case, we should write this sha, it's more better. In special case, this is more correct. You write wasu. Only in special case. Yes. Sa, sapo. Sapo. Manbo. Sa, tse. Sapo. You know, this is a wild tea vegetable is found in the mountain. Это дикая, дикая овощ. You know, milarepa. Миларепа. You take this wild vegetable. Крапива. Миларепа всегда брала это овощ. You have heard the story of Миларепа. When he was on retreat, he always said, for eating. Yes. For eating. Это едят, съедобное. As a porridge and eat while he take always сапо. Оно растет в диких местах. What's horn. Horn. Right. Animal horn. Yes. Rajo. And la, lawa. Lawa. Actually, lawa is also for means for cloth. Cloth with white made from wool. White. It's just from wool. From wool, yes. Lawa. Lawa. Okay. And shower, deer. Shower, мы уже знаем, Италия. Deer and ha for hashang. Hashang. Hashang and hak, purang hak. What's this? Hashang. Hashang. It's very just for you to read this, and this is not so difficult. Это не так важно, это не так трудно. And it's not commonly used also. Yeah. Вы помните, в прошлый раз я желание написал вазуру, в этот раз поправил. Это, конечно, не обязательно, но лучше знать. Будет правильно. So this is all this subjoints. There are four types of subjoints. Ята, рата, лата и вата. И всего четыре подписных существуют в тибетском языке. Латак, ятак, ратак и вазур. Латак. And after that, there's sub mount, the rango, langos, and three heads. Ra with head, letter the head with ra and la and sa. И она не читает. Та-та-та-та. Это был ранго. 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 Head with ra. Surmount with the ra. Вот именно это надписная, вот эта шляпка, она называется ранго. Ранго. По-тибетски. Ранго. Ранго. How much? I think it's long book. Maybe about 12. Может быть около 12, но точно не шала не буду. And long book 10, lakataka 10 and sakataka. Вот под надписной ла их 10, с надписной са их. How much with са? 11. 11, and this is 10, and 12, rango. And rango, 10, and sango, 11. Rango, их 12.
вторых лангу, их 10, и са последних, их 11. Ракатака, лакатака, сакатака. Ну, букву они не меняют, они просто надписные. И просто надо запомнить. Ракатака, and лакатака. Рангатанга. Раджатаджа. Раньятанья. Рататата. Ратататата. Ранатана. Рабадаба. Раматама. Ратататата. Ратататата. Раджатаджа. Ратапа. Советую записать, пока мы пишем. Сакатарка. Thank you.
Ranko, Ranko, Sanko. This rakataka. Rakataka. Rakataga. Rangatanga. Rangatanga. Rajataja. Rajataja. Ranyatanya. Ranyatanya. Ratatata. Ratatata. Ratatada. Ratatada. Ranatana. Ranatama. Rapataba. Rapataba. Ramatama. Ramatama. Ratatata. Ratatata. Ratatanza. Ratatanza. Lakataka. Lakataka. Lakataga. Lakataga. Langatanga. Langatanga. Lajataja. 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 Latatata. Latatata. Latatada. Latatada. Lapatapa. Lapataba. Lapataba. Lahataha. 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 Ха. Вот единственная буква, которая отличается. Ха. Хаса. Хаса. Can you write хаса? Хаса. Хаса. Ха. 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 Сагатака. Сагатака. Сагатага. Сагатага. Сангатага. Sanyatanya. Sanyatanya. Satatata. 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 Sanatana. Sanatana. Sapatapa. Sapatapa. Sapataba. Sapataba. Samatama. Samatama. Satatata. 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 Rakataka. Rakataka. Rakataga. Rangataga. Rangatanga. Rangatanga. Rajataja. Rajataja. Ranyatanya. Ranyatanya. Ratatata. 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 Ranatana. Ranatana. Rapataba. Rapataba. Ramatama. Ramatama. Ratatata. 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 Lakataka. Lakataka. Lakataga. Lakataga. Langatanga. Langatanga. Lajataja. 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 Latatata. 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 Lapatapa. Lapatapa. Lapataba. Lapataba. Lalatala. Lalatala. Sagataka. Sagataka. Sagataga. Sagataga. Sangatanga. Sangatanga. Sanyatanya. Sanyatanya. Satatata. 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 Sanatana. Sanatana. Sapatapa. Sapatapa. Sapataba. Sapataba. Samatama. Samatama. Satatata. Satatata. А теперь мы. Лапатапа, 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 лапатапа
Sagata-za, Sagata-na, Sagata-nya, Sagata-ta, Sagata-ta, Sagata-na, Sagata-ba, Sagata-ba, Sagata-ma, Sagata-ca. Okay. Finish now. Сегодня класс. Сегодня класс. Тангунг, Тангунг, Тангунг. И вот еще раз повторяется, где начало Ранго, Ланго и Санго. Го means actually head. Го это голова, то есть голова. Шляпка, шляпка. Head with ra, head with la, head with sa. То есть шляпа с ра, шляпа с ла и шляпа с са. Танго, ланго, санго. Ра верхняя, ла верхняя и са верхняя. На песке, первый этаж. Ранго 12 letters. Ранго 12. And Ланго 10 letters. Ланго 10. And Санго 11 letters. И Санго 11. And finished. Сегодня хватит. Спасибо. Спасибо. Ага, сейчас.